А теперь новость, которая не оставила равнодушными на этой неделе интернет-пользователей пубертатного периода. Прокурор Крыма и звезда социальных сетей Наталья Поклонская станет героиней модификации культовой игры GTA. Да ладно, она что, будет вместо этого лысого парня там ходить? Да, я знал, что тебе понравится. Сам она будет радость. Вместо того лысого парня, только он грабит и убивает, а Поклонская, наоборот, будет наводить порядок и наказывать преступников. Только как, непонятно, потому что разработчики хотят убрать все насилие и жестокость из игры и сделать ее даже поучительной. Ну, то есть убрать все то, за что она и нравится людям. Да. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Премьеру разработчики обещают через 4 месяца, но я предлагаю опробовать нашу пародийную версию игры без крови и жестокости. Что ты там придумал? Вот у нас здесь, смотри, какая штучка припасена. Помнишь, что это такое? Ты где вообще это взял? Та самая Дэнди, социальная сеть 2.0, может, все. Главное сейчас вспомнить, как подсоединять. Питание, по-моему, сюда, да? Да. Слушай, там один игрок, кто будет играть? Давай монетку кинем. Парни, есть у кого-нибудь монетка? Дай, пожалуйста, монетку. Я предлагаю играть мне. Ну, сейчас посмотрим. Ты же всегда проигрываешь. Орел? Решка, давай. Ну, садись ладно. И смотри, как надо. Давай, загружай. Да, все. А вот сюда, да, где-то? Смотри. Я выиграл. Слушай, мне больше всего понравилось, как она кирпичи разбивала. Да, ты их монеты собирает, тоже неплохо.